Еще одной историей спасения может гордиться Видноцкая районная клиническая больница. В начале августа в учреждение поступил сложный пациент – 45-летний житель Ногинска с серьезным переломом костей голени. Пострадавший в ДТП мужчина попал в Видноцкую больницу из-за выявленного ногинскими медиками поражения легких, вызванного COVID-19. В наш город его привезли уже со штифтами в ноге. Работа предстояла тяжелая. В короткие сроки было необходимо заменить аппарат фиксации. Ну, перелом очень сложный, оскольчатый. Получилось все собрать. Вот. А в послеоперационном периоде на завтра уже планируем активизацию, его контрольные снимки и где-то дней через 10 снятие швов. Операция проходила более 3 часов. Медикам предстояло буквально по кусочкам собрать кость пострадавшего и установить специальную пластину с угловой стабильностью. Благодаря ей пациент сможет гораздо раньше встать на ноги. Сняли аппарат внешней фиксации, восстановили разгибательный аппарат голени и произвели накостный остеосинтез оскольчатого перелома большеберцовой кости левой. Сейчас пациент готовится к выписке. В данный момент швы ему уже сняли. Рана на ноге почти зажила. Врачи готовы перевести выздоравливающего на амбулаторное лечение.